Президент Федерації водного поло Харківської області Ігор Миколайович Якушев з робочим візитом прибув до Харківського обласного вищого училища фізичної культури та спорту. Мета візиту – зустріч з директором училища, в ході якої вони обговорять проект щодо можливості добудування плавального басейну, який знаходиться на території цього училища. Всем добрый день. Да, мы находимся сегодня в таком строении. Насколько нам стало известно, это недостроенный бассейн. И в сегодняшней такой неформальной беседе мы будем вести разговор с директором училища, Харьковского областного училища Анатолием Михайловичем Поповым. Президентом Федерации Харьковщины Игорем Якушевым и старшим тренером училища Сергеем Валентиновичем Сергеем Колточихиным. Вот. Анатолий Михайлович, ну, двумя, в курс дела, да, такой в курс дела. Вот двумя словами, что это такой гигантский объект, недостроенный. Когда заканчивали строительство спорткомплекса, наш опекунский совет, значит, ну, подводил итоги. И Василий Яковлевич Тацы говорит: ну что, ребята, мы построили вот такой спортивный комплекс прекрасный. Теперь мы будем расходиться, нам нечего делать. И всем понравилось их детище. И говорит: ну как расходиться? Неужели больше ничего не нужно детям? Наши опекуны смотрели в будущее. Это люди были велики. Ну, я говорю, давайте построим вот что нужно. Ну, и остановились на бассейне. 50-метровый бассейн, конечно, это очень серьезная, большая стройка. Ну, и решили сделать вот такой 25-метровый бассейн, но на 8 дорожек. И всю инфраструктуру, которая должна была бы быть. Здесь и конференц-зал, и гостиница, ну, все абсолютно, все в одном. Начали строить. Уже это 6 лет тому назад. Все шло очень хорошо, ну и потом пошли немножко, знаете, поменялся губернатор, поменялся в Украине руководство, все. И как-то все сошло на нет. Политическая составляющая. Да, и вот мы сейчас имеем вот этот металлокаркас, который, ну, как вы сами понимаете, вложено большое количество денег. Вот, и у нас еще есть металл полностью на всю ванну. Металл лежит на складе, запечатанный, смазанный, все как положено. И вот все никак мы не можем, как говорится. Я понимаю, что идет война, что есть расходы колоссальные и потери. Ну, конечно, очень будет печально, если мы этот объект не добьем. Я уже не знаю, если нельзя построить бассейн, можно, допустим, сделать, ну, просто манеж для игры и так далее. Но вы сами понимаете, если взять такой город, как Харьков, катастрофически не хватает воды. И у нас еще есть пример. Вот нам опекуны построили вот этот прекрасный дворец спорта. Ведь вы посмотрите, каждую неделю здесь проводятся соревнования среди детей, среди взрослых, среди ветеранов, среди инвалидов и так далее. То есть это сооружение круглые сутки работает на нашу страну, на здоровье нации. Да. Мало того, как вы сами понимаете, если мы проводим первенство города, детскую лигу, школьную лигу, но денег не хватает. Ведь мы же все это делаем за счет наших внутренних резервов, наших средств. Никто не говорит, что вы мне заплатите такую-то аренду, тогда я пущу. Я же понимаю, если я не пущу этих детей, где они будут находиться и так далее. Вот. А что сегодня делается, оно вам самим всем понятно. Вот поэтому, если сейчас, ну, вот, удастся нам достроить бассейн, в харьковском спорте очень много все изменится. И не потому, что это повлияет бассейн. Ну вот давайте посмотрим.
Вот у нас нет плавания в нашем училище. Если мы построим бассейн, пловцы придут, скажут, мы хотим заниматься. Почему? Потому что все под одной крышей. Под одной крышей школьный корпус, то есть дети учатся. Общежитие, они спят. Блок питания, они кушают. Нам не нужно тратить деньги на дорогу. Нам не нужно тратить время ребенка на дорогу, на переезды, да и средства какие. И, конечно, этот бассейн бы служил ни одному поколению. Вот давайте посмотрим. Вот гляньте, какое ведется строительство. Вырастает новый микрорайон, строятся детские садики и так далее. Школа. Конечно, это очень перспективный район. И этот бы бассейн работал бы круглые сутки. И для населения, и для детей, и для спорта, и для общего развития и здоровья нашего населения. Игорь, скажите, пожалуйста, вот вы как недавно избранный президент, в первом интервью мы с вами говорили про этот бассейн, мы реализовали этот проект, мы сейчас стоим на дне, в прямом смысле слова, на дне бассейна. Это впервые в жизни мы делаем, к сожалению, на дне бассейна, без кавычек. Игорь, что вы собираетесь сделать для того, чтобы ускорить, или что ваши силы для того, чтобы хотя бы этот бассейн, именно бассейн, Вадим, завершился? Для начала нужно обратить на это внимание. Дело в том, что не происходит ничего, не потому что много равнодушных людей, многие просто не знают, не помнят. Дела действительно, вот Анатолий Михайлович правильно сказал, страшное время, война, но война войной, а дети, детьми, здоровье нации, это действительно здоровье нации, будущее. Это будущее. Если мы не будем смотреть, знаете, как говорят, если мы не знаем истории, нет будущего. Но если мы не будем обращать на детей внимание, то тоже будущего не будет. Вот если не будет вот таких людей, как Анатолий Михайлович, вы прошлись, посмотрели, что здесь, вот помимо бассейна, полный порядок, несмотря на тяжелое время, есть и учеба, и тренировка, и питание, и гостиница, дай бог каждому, то есть если зайти посмотреть. Поэтому у такого хозяина должен быть порядок и должен быть бассейн, правильно, потому что тем более посмотрите, сколько здесь уже сделано. Это же не просто какой-то проект, который надо начать, выделить землю, согласовать, все готово. И есть человек, который в этом понимает, который это все будет курировать, у которого здесь, поверьте мне, копейки лишней не пропадет. Вот первое, нужно обратить внимание. Второе, нужно найти и поддержку у администрации, естественно, нужно найти заинтересованных людей. У нас же у всех есть дети, и мы все, в принципе, когда говорим о чем-то, мы все не безразличны к их судьбе. Посмотрите, в Харькове же действительно, сколько людей занимается спортом. Харьков становится спортивной столицей Украины. Вот мы смеемся, а уже все говорят, посмотрите, не Киев принимает чемпионат Европы по боксу, по мужикам, по взрослым, а Харьков принимает, Универсиада будет проводиться в Харькове. Сколько соревнований, посмотрите, с великолепными традициями. У нас и традиции, и даже водное поло. Водное поло с какими, сегодня 1 мая будет в КПИ. Баркалова турнир, Кубок Баркалова. То есть великие люди. Да, в принципе, мы и открывали водное поло вот здесь. Мы же надеялись на то, что вот-вот сразу, как говорится, мы достраиваем бассейн, а у нас уже есть задел дети. Придут не новички, а уже есть команды, уже есть сразу. И разных возрастов. Да. Где вы видите, где мы можем взять деньги на строительство, на то, чтобы достроить. И сколько приблизительно, пробовали вы как-то посчитать, сколько приблизительно нужно денег на это все? Пять лет тому назад это было 8 миллионов. Это все, от начала до конца. Но сейчас, конечно, цены, как вы сами понимаете, изменились и так далее. Но и что-то же сделано, и уже много куплено. Я вам хочу сказать, что мы обращались, эту проблему знают руководство. Здесь, дай бог, как говорится, у нас в гостях была наш губернатор, она относится к детям и к спорту, по-матерински. Все знают эту проблему. Я же понимаю, что и у каждого сейчас проблема, как вы сами понимаете, надо и дороги делать, и пенсионеры, и так далее. Если
бы нам удалось организовать и объединить усилия и финансы города и области, и спонсоров, то общими силами, вы знаете, тут надо сдвинуть с места. И потом найдутся люди. Найдутся. В Украина чем славна? Своими, как говорится, традициями и своими людьми. Люди трудолюбивые, люди щедрые. Это не какие-то, допустим, хапуги. И если нам удастся чуть-чуть сдвинуть с места, я думаю, что люди нам помогут. Когда мы строили наш спорткомплекс, мы написали более 2000 писем во все инстанции. И нам, вы знаете, нам почти не было отказа. Знаете, как с мира по нитке получилось. Кто-то давал бревна, кто-то давал краску, кто-то давал цемент, щебень, кто-то давал горючку и так далее, и так далее. Для того, чтобы и стоит, и вы посмотрите, вот вы сейчас зашли в этот зал, он же круглые сутки работает. Круглые сутки работает. Ну, естественно, ночью нет. А так, по две тренировки утром, две тренировки – это четыре тренировки и соревнования. И субботу и воскресенье у нас же не бывает. У нас суббота и воскресенье – это горячий день. Точно так будет и здесь. И по-другому не будет. Один вопрос напрашивается старшему тренеру, мастеру спорта Сергею Валентиновичу. Сергей, вы как тренер, скажите, но как в прошлом игрок, в общем, команда «Локомотива» Харьков, насколько нужен этот бассейн городу? И что изменится в спорте, если этот бассейн таки будет достроен? Я на эту тему могу говорить бесконечно. Книжку написать, но я правда не люблю с бумагой написать. В Харькове великолепная традиция водного поло. Это и дважды олимпийский чемпион Баркалов, и чемпион мира Рожков, и чемпион Европы Дрозин, чемпион Европы Олейник Игорь Павлович. Ну, у меня скромные достижения. Я чемпион Европы среди динамовских команд, чемпион мира среди железнодорожных команд. У нас был очень крепкий коллектив, который формировался только воспитанниками Харьковской школы. И мы этим очень гордимся. Вот, работая за границей много лет, я бросил заработок, скажем так, и приехал сюда с одной задачей – восстановить вот те традиции, которые были в Харькове, ватерпольные традиции. Ну, сегодня я вам хочу сказать, на Украине нет ни одного клуба ватерпольного. Их не так много. Остались только те центры, вернее, новые не появились. Ни один центр не имеет своего бассейна. Когда-то это был «Локомотив», когда-то это было «Динамо» Харьков. Вот. Была своя база у львовского «Динамо». Все это в прошлом. И вот, скажем так, не имея своей базы, мы по-прежнему, вот я имею в виду наша семья ватерпольных тренеров, привлекаем детей. Слово сказать, в бассейне Яны Клочковой, там, где набираются дети для пополнения нашего училища и строя ватерполистов и харьковских, нету мест. Нету мест. Мы не можем принять. Желающих больше, чем мы можем взять. То есть бассейнов катастрофически не хватает. Да, вот за последнее время Харьков вернул, скажем так, в сборную своих постоянных членов. То есть сегодня у нас в первой сборной 5-6 человек. Вот в сборной Ю-17, которая сейчас готовится к чемпионату Европы, было 9 кандидатов, но 7 более-менее твердых кандидатов, которые имеют реальные шансы попасть в команду на чемпионат Европы. И часть из них, конечно, это и стартовый состав сборной Украины юношей, кадетов, как угодно. Вот. Стартовый состав первой сборной в Харькове тоже костяк. Это и Абрамов, и Петров, и Апостол, и Новолоков. То есть за последние годы проделана большая работа. И вот разговаривая и с президентом новым нашей федерации, с Анатолием Михайловичем Поповым, и с президентом Украинской Федерации водного пола, я могу твердо обещать, что если этот бассейн будет достроен,
водное поло на Украине, оно вернется на тот уровень, который был у нас при Советском Союзе. То есть это мы штамповали, скажем так, кадры для сборных команд Советского Союза, для молодежных, юношеских. И я могу называть еще, продолжать фамилии, это и Безвесильный, это и Фатьянов, это и Дрозин, это и Галкин, это и Слюсаренко, чемпион Европы среди клубов. Это все Харьков. Причем школа настолько самобытная была и настолько хочется ее возродить, мы ни на кого не походили. Мы были вот командой, которая, ну вот я разговариваю, сейчас даю интервью Вадиму Скуратову, который представляет Львовскую школу. В свое время у нас была команда, мы занимали там 7-8, ну опять был период становления Харьковской школы. И вот выходили львовяне, у которых уже играли на тот период. То, что часть наших игроков из Харькова ушла в Киев, Баркалов, Рожков, сильнейшие ватерполисты страны. Вот. А оставались, естественно, и Галкин Саша ушел, и Сусаренко Коля ушел, и Севастополь, это базовая была команда Украины уже в новейшей истории, она тоже формировалась из харьковчан. То есть мы, такой был родник, который питал и киевское «Динамо», и Севастополь, и московские клубы, понимаете, вот. И вот выходил Львов, который умел удержать своих воспитанников у себя дома. Были матчи, конечно, когда мы выигрывали у Львова, а там были чемпионы мира, собраны, чемпионы Европы, призеры Олимпийских игр. Вот выходили мои товарищи, ровесники, говорят, как вы нас выигрываете? Мы не понимаем. Это Харьков. Вот очень такая специфика. Игровые бойцы. И вот я твердо обещаю и нашему президенту, и президенту Украинской Федерации. Будет бассейн, это будет скачок. Скачок. То есть, ну, я, наверное, навряд ли буду как-то, я скажем так, приукрашать возможность. Ну, возьмем пример Саидовой Светланы Борисовны. Это практически одним клубом. Вот ей дали бассейн. Настолько вот харьковские тренера, состав. Одним клубом она добралась до элиты в синхронном плавании. Сегодня это чемпионы мира, Европы и твердые участники последних Олимпийских игр. Ну, у нас своя специфика. Может быть, мы не будем обещать Олимпиады, но то, что мы в Европе можем претендовать в десятку, это да. С одним бассейном. Вот настолько крепкий, я вам скажу, тренерский состав на Украине. И львовский, и мариупольский, и харьковский. Ну и Киев бы не мешало возродить, конечно. Ну знаете, как говорят, под лежачий камень и вода не течет. Надеемся, что тут вода затечет, да, в этом бассейне, что это станет. И мы пересадим будем, эти деревья. Мы их пересадим в парк обязательно. Это дерево может запомнить и пересадить. Ну я вам хочу сказать, все правильно. Вот то, что в Харькове построят парк, тоже многие не верят. Скептически относились. Да, посмотрите, какая жемчужина. Да, что здесь? Ой, посмотрите, что здесь. Вот в Харькове, ну визитная карточка, парк, то пожалуйста. Можем? Я думаю, что я благодарен всем вам за то, что вы неравнодушны, что вы стоите, как говорится, на передовых позициях. Я думаю, что время настанет, и недалекое время, когда здесь будет звучать детский смех. Дети, да. Ворота, мячи. Да. Вам большое спасибо. И вам. Вот. И вам всего доброго. И надеемся до в следующий раз, что уже мы когда-нибудь увидим, что какое-то движение. В случае, будем посмотреть, пробовать и держать вас тоже в курсе. Всем большое спасибо. Вам спасибо. Огромное спасибо. Сергей, и вам спасибо. Наташа, спасибо.